Бхагавате Васудевая, Ом Намо Бхагавате Васудевая, Ом Намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, вторая песня, космическое проявление. Шестая глава называется «Подтверждение Пуруша Сукты», текст 34. На Бхарате Менгам Ришо Палакшете, на Вайквачин Мемана Сом Ришагатих, на Мэ Хришикани Патанья Садпатхе, Янме Хридаут Канхья Вата Дритхо Харих. Перевод и комментарий о божественной милости Абхайчарана Аравинда Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада, Шрила Прабхупада Киджай. О, Нарада, я крепко держусь за лотосные стопы Верховной Личности Бога Хари, и потому все, что я говорю, еще никогда не оказывалось ложью. Ничто и никогда не было препятствием для моего ума, а чувства мои не оскверняла приходящая привязанность к материальным вещам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Брахма открыл ведическое знание Нараде, которое распространяет его по всему миру с помощью своих многочисленных учеников Вьясадевы и других. Последователи Вед читают слова Брахмаджи непреложной истиной. И так с незапамятных времен, с самого начала творения, трансцендентное знание передается по цепи ученической преемственности. Господь Брахма – совершенное, освобожденное, живое существо в материальном мире, и тот, кто искренне хочет постичь трансцендентную науку, должен считать слова Брахмаджи непогрешимыми. Ведическое знание непогрешимо, поскольку исходит от самого Верховного Господа, вложившего его в сердце Брахмы, который, являясь самым совершенным живым существом, никогда не ошибается. Причина этого в том, что Господь Брахма – великий преданный Господа, безоговорочно принявший лотосные стопы Господа за высшую истину. В Брахма-самхите Брахмаджи снова и снова повторяет слова «Говиндам Ади Пурушам Тамахам Баджами». «Я поклоняюсь изначальной личности Бога Говинде, предвечному Господу». Поэтому все, что он говорит, думает или делает, находясь в своем обычном состоянии, нужно считать истиной, ибо он непосредственно и очень тесно связан с Господом предвечным, связан с Говиндой предвечным Господом. Шри Говинда, милостиво принимающий трансцендентное любовное служение своих преданных, надежно защищает их слова и поступки. Господь заявляет в Бхагавадгите текст 9.31 Каунтея Пратиджанихи. «О, сын Кунти, смело провозглашай это». Почему он просит об этом Арджуну? Потому что в словах самого Говинды обыватели иногда усматривают противоречия, тогда как в словах его преданных невозможно обнаружить никаких противоречий. Господь лично заботится о непогрешимости своих преданных, поэтому преданное служение должно начинаться со служения преданному, состоящему в цепи ученической преемственности. Омагьян Тимиранда Сиагина Джана Шалакая Чакшур Умилитам Яната Смай Шри Гураве Намаха. Шри Читани Мнух Пиштам Стапитам Йена Бутале Свай Рупа Кадам Агьян Дадати Свападантикам. Ван Чакал Патрубья Шча Крипа Синубя Эва Чапа Титанам Паваны Био Ишнам Био Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвейта Радхара Шри Васади Гоура Бхактаринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, 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 Рама, Хари, Рама, 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 Хари, Хари. Ведическое знание называют апа-урушея или знание, лишенное несовершенств. Несовершенства возникают, когда живое существо пытается сконструировать собственную систему знаний, и при этом оно, обусловленное живое существо, обладает известными четырьмя несовершенствами. Несовершенство первое означает несовершенные чувства. То есть мы не все видим, мы не все слышим. Также ум, его относят к шестому чувству. Манах Шаштхани Ндриани Пракрити Стхани Каршати. Он шестой, он тоже несовершенный. Поэтому выводы, к которым можно прийти, ориентируясь только лишь на собственный ум,
тоже потенциально содержит в себе, потенциальный, как правило, всегда содержит в себе несовершенство, ошибки. Это первое несовершенство. Второе несовершенство означает находиться в иллюзии. И Шрила Прабхупада объясняет, что находиться в иллюзии – это в первую очередь отождествлять себя с материальным телом, в котором находишься. И два остальных несовершенства – это склонность совершать ошибки, третье несовершенство и четвертое несовершенство, поскольку человек, живое существо, уже совершает ошибки, уже находится в иллюзии. То естественным образом четвертое несовершенство – это склонность вводить в заблуждение окружающих, распространяя свои взгляды о том, что да как в этой жизни. И выйти из этой ситуации можно, если мы идем путем ведического познания мира. И Кришна говорит в Бхагавадгите в тексте 15.15 «Сарвася чехам хридисани вишну матах смертиргьянам апоханам ча». И дальше «Видаешь ча сарвайр ахам эва видео виданта крит эва вид». Виданта крит ведавид эва чахам. Что означает, что я создал веды, то есть я являюсь источником вед. Я являюсь знатоком вед. Это последние две строки мы сейчас разбираем. Я источник вед. Я составитель вед. Я высший знаток вед. И также я тот, кого познают при помощи вед. То есть система знания того или иного, она имеет цель, имеет объект познания. И объектом познания, и автором этой системы знания является Господь Кришна, который сарвасям чахам кридисани виштам атах смритир гьянам апоханам ча находится в сердце каждого живого существа. И в принципе очень даже сильно хотел бы, чтобы эти живые существа вернулись к нему. И кто-нибудь может сказать, но если он сарвасям чахам кридисани вишту, если он находится внутри каждого, в сердце каждого живого существа, так давай я тогда буду слушать, что мне сердце там говорит и подсказывает. Давай-ка я буду идти этим путем. А вот и нет. Это 15 глава Бхагавадгиты. А до этого была еще 6, в которой Кришна нам сообщил о том, что ум, который тоже играет роль этого внутреннего голоса, который слышим человеку, этот ум может функционировать в двух режимах, в режиме врага и в режиме друга. И, как правило, функционирует в режиме врага. В режиме друга – это когда ум уже находится в сознании Кришны, и тогда его естественным образом тянет в эту сторону. Как служить, как сделать так, чтобы Кришна был доволен, мысли только об этом. И все время звучит святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Все только вот об этом. Напрямую, ну или опосредованно, то есть размышления о гуру, размышления об обществе преданных. Это голос ума, функционирующего в режиме друг. А в режиме враг как? Он функционирует. Рада Дамодар Прабху об этом говорил. Вот преданный, один из первых преданных ветеран движения ИСККОН. В одной из лекций он говорил, как распознать, вот, как отличить голос ума, именно вот функционирующего в этом режиме, по умолчанию режим врага, от голоса параматмы. Голос параматмы, он не громкий, а голос ума, он такой, такой кричит такой, почему, почему со мной не так обходятся, как я того заслуживаю, да, почему, 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 как так, как этот посмел сделать то, а тот посмел сделать это, почему несправедливость, почему то, почему это, вот, то есть ум в связке с аханкарой, в связке с ложным эго. Оно же все взаимосвязано, вот эта обусловленная природа, она же вся взаимосвязана. Вот, и находясь под влиянием гуны страсти, а большинство живых существ, обитающих на
планетах срединного уровня, к которым относится Земля, они находятся, мы находимся под преобладающим влиянием этой гуны. Эта гуна страсти, она как раз вот и побуждает живое существо всерьез прислушаться к этим воплям ума. Потому что тот, кто в гуне страсти, вот он как раз вот именно так вот мир-то и воспринимает, он так и чувствует, что правда, она там, где про нее орут во все горло, что вот, да, и делят мир на хороших и плохих. Вот это то, это все, пятое, десятое. Вот есть соответствующие передачи, даже по телевизору показывают. Называется политический ток-шоу. Там специально приглашенные дяденьки и тетеньки. Ну, в основном все-таки дяденьки, потому что если тетеньки соберутся, будут кричать, это будет все-таки смотреться как-то не солидно. Это будет напоминать базар, рынок. А если такие дяденьки в пиджаках солидные, с галстуками, но если они тоже будут орать, как тетеньки, но они же все-таки в галстуках и в пиджаках, поэтому как-то из-за этого, это называется телесные представления о жизни, из-за этого телезрители их начинают воспринимать всерьез. Особенно, если какой-нибудь дяденька в пиджаке и с галстуком, даже если у него лицо последнего алкоголика, физиономия пропитая, все равно воспринимается всерьез, если у него галстук, пиджак и какой-нибудь статус в обществе. Какой-нибудь статус. Человек кричит, кричит, и зритель, привыкший бездумно потреблять то, что ему телеящик предлагает, он, значит, берет и это все кушает. Потом проходит года 3-4, 7 лет проходит, человек уже начинает также орать все те же лозунги, которые из телеящика. Вот. Что это означает? Это означает, надо мозги включать, вот что это означает. И Шрила Прабхупада как раз об этом-то ведь и говорил, что our society, он говорил, наше общество, оно создано для того, чтобы создать людей independently thinking, которые могут независимо мыслить. И кто-нибудь может подумать, что вот это выражение independently thinking или независимое мышление, оно указывает именно на то, что сейчас там долой авторитеты, долой вот эту Шригуру Парампару, о которой мы читали сейчас в комментарии, будем сами разбираться в своей жизни, но нет. Независимое мышление, но оно независимое на основе авторитетных источников, на основе гуру, садху и шастры. И тогда оно становится независимым от разного рода пропаганды и прочих всяких вещей, попыток, ну как государственная пропаганда, так и всякая реклама, всяких прочих попыток воздействовать на сознание человека. Потому что когда человек на все эти послания смотрит через вот эту, через надсистему, через вот эту призму, через надсистему, через вот эту ведическую призму, более широкую рамку, то тогда ему становится понятно, где и в каком пункте, где, в каком пункте, в какой фразе, в каком месте его намеренно решили ввести в заблуждение. Вот. То есть это дает нам мировоззренческую опору, это знание, которое мы получаем из книг Шрилы Прабхупады. Но поскольку инерция материального сознания все-таки есть, она достаточно сильна, поэтому надо регулярно их читать, эти книги, и освежать в своем сознании все эти установки, потому что иначе разные другие вещи в представлении о мире они возобладают. Вот. И тогда это дает определенный иммунитет. То есть есть различие между человеком, который independently thinking, и другая категория, который independently concocting. То есть одна — это те, которые независимо мыслят, но независимо означает все-таки с опорой на веды. Независимо это означает, что человеку сложно продать
какую-нибудь очередную пропагандистскую концепцию, потому что он видит, из чего она сшита, и как она сшита, и какими нитками она сшита. Это называется независимое мышление. Или критическое мышление, есть еще такой навык. Это так называется. Вот одна категория – независимое мышление, а вторая категория – независимое измышление. Люди независимо пытаются чего-то там измышлять, сочинять какие-то придумки про то, что да как в этой жизни. А реальность это, в общем-то, которая нас окружает, ей до какой-то степени все равно на наши придумки. Она под них подстраиваться не будет. Она вот какая есть, такая и есть. Это наша задача быть в коннекте, в связи с реальностью, которая нас окружает. И Шрила Прабхупада очень милостиво дал нам эти книги. И по велению Шри Чайтанья Махапрабху, у которого, значит, день рождения вчера был, отмечали день рождения, 539 лет ему исполняется Господу, но он вечно юный. Хоть и такой возраст, 539, очень почтенный такой возраст, но он вечно юный, и он просто всем говорит, повторяйте, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Вот, и преданные смиренно следуют этому наказу. Вы бы слышали, как тут в храме все Харе Кришна орали вчера вечером. Просто можно было оглохнуть. Вот, просто так орали и орали Харе Кришна. Можно просто, ну, как бы, если бы это была какая-нибудь другая страна, может быть, кто-нибудь решил бы, что пора вызывать неотложку, что что-то с людьми не то. А это Индия. Тут люди понимают, что все то, все свои, и что это Харе Кришна. Харе Кришна, Грантарат Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Нитай Гоура Примананда, Харе Бол, Харе Кришна. Спасибо за внимание.